Сегодня в первом часу пополудни на перекрестке Декабристов Луначарского весьма травматично был пресечен поход мужчины налево. Молодой мужчина крепкого телосложения находился в подорожнике Kia Rio, не путать с Игорем Kia, катился по Декабристов со стороны Белинского и на перекрестии с Луначарского затеял повернуть налево. А тем временем навстречу ему по Декабристов и прямой катился Ford Fusion со 102-ми башкирскими номерами. По версии пилотов, они оба якобы ехали на зеленый. И тогда в этом случае поворачивающий Рио должен был пропустить прямоходящего Фьюжна. Но есть мнение, и оно высказано очевидцами, что якобы Форд летел по прямой с разгончиком, пытаясь успеть уже на красный. В этом случае косяк его. Но фордовод с этим категорически не согласен. А что-то тут говорят, что вы на красный свет вроде как двигались уже. Не знаю, ложь. Камеры подтвердят, камеры там есть. В общем, так или иначе, а поворачивавший Kia Rio и прямо летящий Ford сошлись в одной точке пространства и случилось ДТП, что можно было бы расшифровать как «Да ты пень». Да, я пень, я близок к корням. Но поскольку так и осталось непонятным, кто пень, то есть кто конкретно налосячил, постольку этот вопрос автоматически перенаправился к гаишникам. Ясно одно, что в целом в равном поединке больше досталось корейской Риорите. Киянку выбросило на тротуар, где пешеходов от встречи с тяжелым неуправляемым предметом уберег стеклянно-металлический короб, рекламирующий всенародного любимчика и красавчика Ивана Урганта. Он, ну в смысле рекламный щит, встал на защиту человечества своей грудью и принял героическую погибель. Упал, разбился, но зато ни один пешеход во время съемок этого ролика не пострадал. Из пилотов здоровьем травмировался только Риавод, что весьма гостеприимно. Башкирское трио не покалечилось. С ЧМТ и порезанным лицом местный везунчик в карете отъехал в 36-ю лечебницу. Ну, прям песня. И голова обвязана, и кровь на рукаве. Ну, после удара машина отлетела, сбила рекламный щит. Со мной еще находились подруги. Вот. Одна в состоянии шока. Вот. Ну, объект паника. Серьезных повреждений нету ни у кого, кроме водителя той машины. Он лицо себе разбил, тоже ничего серьезного. Если это он не пропустил морду Форда, то можно было бы сказать, сам виноват. Если башкирский Форд летел действительно на красный, можно было бы сказать, какая несправедливость, накосячил, другого человека травмировал, а сам даже не поцарапался, но все это можно было бы сказать. А вот что можно сказать точно без «б», это то, что рекламный короб не был виноват вообще, но ринулся в бой и защитил пеших. Можно, конечно, по-разному относиться к рекламе, мы, телевизионщики, ее уважаем как источник земных благ, кого-то из зрителей она может раздражать, но то, что реклама может спасать людей от погибели, это, пожалуй, новый взгляд на вещи. А угроза сегодня была более чем реальная. Сколько раз подобный автобильярд на перекрестках заканчивался гибелью человека, а то и не одного. Сегодня людям категорически проперло. Посредь бела дня, в центре миллионника, тяжелая, твердая машина вылетела на тротуар, и все живы. Это ли не чудо? Так что если рекламу ставить в нужное время в нужном месте, в разумных количествах, то человечеству от этого будет хорошо. В телесном плане. А если за удачное размещение рекламы вознести слова благодарности создателю нашей реальности, то будет и духовно зашибись.